Привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал, посвященный бэкэнд-разработке на PHP. Я Алена, девушка-бэкэндер, которая вошла в IT в 19 лет. Сегодня мы начнем увлекательное путешествие в мир PHP для новичков. Вот список тем, с которыми мы познакомимся в рамках этого плейлиста. Также я поделюсь с вами всеми другими необходимыми знаниями и технологиями, чтобы уже через несколько месяцев каждый из вас смог найти работу в качестве бэкэнд-разработчика. Вот, кстати, они. Кроме PHP мы познакомимся с ООП, объектно-ориентированное программирование, с SQL для работы и проектирования баз данных, с Git, системой контроля версий, без которой, кстати, не работает ни один проект, с докером для простого развертывания приложений и, конечно же, фреймворком Laravel, мое самое любимое. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать уроки, и погнали в удивительный мир IT! Почему вообще стоит выбрать PHP в 2024, когда почти на каждых курсах предлагают Python или JavaScript? Смотрите. Во-первых, PHP как был, так и остается одним из самых популярных и востребованных для написания веб-сайтов и веб-приложений. Любая статистика это подтвердит. Что не менее важно, PHP является одним из самых простых языков программирования, поэтому любой желающий сможет освоить его в кратчайшие сроки. Также PHP имеет огромное сообщество, комьюнити, благодаря которому язык и развивается. Пишется множество библиотек, новых фреймворков, создаются обучения. Думаю, многие слышали этот мем, что PHP умер, но это не так. Он жив и переживет еще всех нас. Доказательство тому, что PHP постоянно развивается, появляются новые версии, новые фреймворки. А это значит, все лучшее у него впереди. Таким образом, изучение PHP в 2024 остается оправданным для тех, кто хочет освоить веб-разработку и ворваться в IT как можно скорее. В будущем вы всегда сможете выучить новые, а то и не один языки программирования. Но поверьте, чтобы жить свободную, яркую жизнь айтишника, вам вот так вот хватит и PHP. Заводите свои самые красивые тетради для конспектов и погнали в удивительный мир IT.